Ребята очень сильно переживали, волновались, но количество людей было 100 человек, это очень масштабно. Очень сильно мне запомнилось само выступление, потому что мы очень сильно с ребятами долго ждали за кулисами, как это все произойдет, как это все пройдет. И мы были очень рады поддержке наших кураторов, наших сопровождающих, которые вместе с нами танцевали там где-то вместе с гостями, вместе со зрителями. Вот. Это мне очень сильно.